конце 80-х годов я приехал в Баку в составе антикризисной группы, которую сам же и создал. Мы тогда приехали для того, чтобы все-таки этой умной, коварной лжи противопоставить что-то конкретное и не столь элементарное, как то, что делал официоз. И так я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала, так сказать, наша демократическая оппозиция. Что именно створялось? Ну, к примеру, могу вам со всей ответственностью сказать, что когда там зверски убивали, предположим, армян вначале в Сумгаите и, издеваясь над ними, осуществляли некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы, а делали это вообще люди со страны, нанятые представители международных структур, частных. Мы этих представителей просто знаем по именам. Мы знаем, каким структурам они принадлежали тогда и каким структурам они принадлежат теперь. Эти люди, так сказать, убивали армян, подключали к этому делу азербайджанцев, потом убивали азербайджанцев, так сказать, подключали, так сказать, к этому делу армян, потом сталкивали азербайджанцев и армян, и начиналась вот эта управляемая напряженность, при которой с двумя довольно образованными народами, учитывая их непростую совместную историю, играли так, как с племенами, знаю, зулусов и их противниками, да, как с африканскими племенами.